В это сложно поверить, но принц Гарри таки женится на модели Крисиди Бонас. Зарубежные СМИ в один голос твердят, что парочка решила обручиться. Вот слова инсайдера. Они возродили свои отношения в марте и сейчас намерены сохранять помолвку в тайне. Разлука помогла Гарри понять, что Крисида идеально ему подходит. Возлюбленная принца долгое время не могла решиться, стоит ли встречаться с королевской особой или же посвятить все время себе и исполнить мечту стать актрисой. Не исключено, что выбор пал на первое после публичного поцелуя Гарри со своей фанаткой. «Можно я поцелую тебя в щечку?» «Я уже в третий раз прошу его жениться на мне. Он сказал, что подумает, и он разрешил мне поцеловать его в щечку. Но такой страсти он явно не ожидал». И, судя по всему, Крисида все-таки решает стать принцессой. Ну, пока поезд ее не ушел.